Сегодня по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в нашу страну с официальным визитом. Узбекско-туркменские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства сегодня демонстрируют динамичное развитие. Расширяются торгово-экономические связи, контакты сопредельных регионов и деловых кругов двух стран, активизируются культурно-гуманитарные обмены. Словом, Узбекистан и Туркменистан во всем поддерживают свою приверженность последовательному углублению стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия и уважения на благо народов двух государств. Сегодня в нашу страну с официальным визитом по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Торжественная обстановка царила в эти минуты в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. Высокого гостя встретил лично президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Основные события официального визита, напомним, состоятся завтра, 5 октября. В повестку дня переговоров на высшем уровне включены вопросы последовательного расширения и укрепления узбекско-туркменских отношений, подписание солидного пакета документов и контрактов, направленных на интенсификацию многопланового партнерства. А сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил площадь Мустакилик. Как дань уважения истории и нынешним ценностям страны, устремленные в будущее, ложились к монументу независимости и гуманизма живые цветы. Несомненно, данные события, отмечают эксперты, станет новым шагом в развитии многопланового партнерства в сближении наших стран и народов.